Снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем наш марафон, так как предыдущая серия собрала 2000 лайков. И, ребята, предыдущая серия остались о том, что мы наворовали кучу всяких гемов, теперь они у нас прокачиваются, и всякие другие вещички по мелочи мы делали. Но сегодня мы, ребята, пойдем проходить кампанию, да, так как предыдущая серия сказал, что мы этим сегодня займемся. И у меня почти закончилось улучшение, что меня радует, да, так как я его не ускорял, так оно само по себе закончилось, это очень даже здорово. Да ладно, ух ты, там еще гемы откатились, какие-то перезарядились, так давайте их соберем тогда, и у меня еще плюс 2 халявных гемах, замечательно. Так, раз и два. Кстати, один из гемов у меня вне серии улепетали, но я умудрился себе его вернуть, так что все клево. Утащили, по-моему, вот это, за 1600 у меня гем, засранец я таки утащил, но я себе его вернул, я себе его отбил сам, причем вернул себе, а не соклановцы какие-нибудь там. Не эти жалкие соклановцы, да не шучу я, понятное дело, обожаю своих соклановцев. Особенно те, которые очень активно играют, чтобы... У нас было все круто. Нет, прям опять жопой сел на снаряд. Мое любимое действие, мое любимое... ладно, так, значит, надо просто вот так вот и вот так все, окей. Я научился, наверное, немножко. Так, хоп, сюда, сюда, сюда. И не сюда. Ну, сейчас, как-нибудь сейчас я наловчусь, ребята, и мы проскочим через это адское место! Не хотел я этого. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Блин! А! Черт, ладно, сейчас, говорю, по компании пойдем, потому что в компании будет всякое новое интересное, потому что, скажешь, что если до конца компанию пройдут, получу неплохие ништяки. Я ж нажал прыжок, да господи, блин. А, кстати, про бонусы мне все пишут. Чё ты их не используешь? Чё ты их не используешь? Да я их хочу подкопить пока что на реально какие-то очень тяжелые уровни. И там, где вы мне писали уровни, типа, где ты хочешь украсть крутой гем, типа, используй там бонусы. Ну, я сколько раз за крутыми гемами не ползал, я еще ни разу не получил этого. Как его? Ни разу еще, как сказать-то, в этом... В великом рандоме никогда мне не попадался гем, поэтому я, типа, не особо с энтузиазмом отношусь к тому, чтобы тратить усиление, то, чтобы вытащить гем за соточку, например, какой-нибудь, типа, ну, это такое себе, это не очень интересно, поэтому вот как-то так вот избегаю я этого дела, так, оп, все, отлично, правда, на одну звездочку, ну, бывает всякое. Всякое в жизни случается. Ну ладно, сейчас будем, говорит, дальше проходить. И я теперь могу хранить больше ключиков. Здорово. А, надо пойти было, правда, еще одну новый апгрейд какой-нибудь воткнуть. Так, господи, под конец марафона я уже начинаю... Да, 13 ключей теперь у меня. Под конец марафона начинаю уже дичь нести. Господи, сколько ж мне потом потребуется всяких вот этих гемов? Так, нет, здесь я не знаю, как пролететь. Так, допустим... Вот так перелетаю, так перелетаю, так. Ну, в принципе, вроде получится, если сейчас на снаряд я не сяду. А я в итоге не на снаряд сел, а вообще на что-то другое. Конкретно называется не допрыгнул. Эта вещь называется вот так. Блин, да почему он быстрее бежит, чем этот снаряд? Муха меня все равно догоняет, а вот этот бежит. Эй. Да, блин, ладно, все, придется подождать немного. И вот так как-то примерно побежать. Нет, не так. Это просчет. Вот так вот, скорее всего, так у меня должно получиться. Так, сейчас выстрел будет вот так вот. Отлично, все. Главное сейчас допрыгнуть нормально и снаряд, чтобы меня не догнал. Все, yes. Дальше прошли. Шикарненько. На две звездочки даже. На две даже звездочки, представляете? Я сегодня в ударе. Так, пойдем тогда прокачаем. Что прокачаем, этот раз даже не знаю. Что-то мы сейчас прокачаем. Ух ты, что-то новенькое появилось. Скорость восстановления отмычек производится в час 16. Ну, можно, конечно, но я хочу вот это сделать. Либо больше золота, либо больше скважин. Пускай будет вот это вот. Мне кажется, это больше неприятностей доставит нашим противникам, поэтому, пожалуй, пусть будет так. Ну что, погнали, найдем еще противника. Ой, какого противника? Зачем я противника пошел искать? А, стоп, нет, я компанию нажал? Так, я что-то запутался. Вроде я что-то нажал по найти противника или... Да, не, все нормально. Я что-то уже путаюсь. Так, блин, ну почему? Давай, все силы подписчиков, давайте откроем правильный замок, и это будет вот этот вот. Блин! Может, вот этот? Нет. А, ну да, да. Самый, как обычно, последний. Так, надо сначала от муфика этого избавиться. Так, быстрее. Так, ну там сверху еще один будет сейчас. Да блин, ну черт тебя дери, гребаный ты. Реально ты горохомет какой-то. Горохомет с золотым дуплом. Ртом, не знаю, как хотите, так и называйте.
Я буду так называть. Так. Это потому что я могу. Я прошел даже на 3 звезды, нифига себе. Нормально, нормально, хорошо пока идет. В целом, компанию сейчас, говорю, будем по полной программе проходить, потому что в этой серии у нас чисто компания, никого грабить не буду, буду пытаться проходить дальше. А, так, перезаряжаем ключи и с первой попытки. Нифига себе. И такое бывает, оказывается. Так, ну ладно, здесь сопли можно собрать, поэтому я их соберу. Я знаю, что это опыт, ребята. Вы мне уже подсказывали, но просто мне визуально они сопли напоминают. Да, поэтому я их так называю, если что. А не потому, что я серьезно думаю, что я сопли собираю. Так, а может мне через низ? Но мне кажется, я там не допрыгну, да? Ну, сейчас одну проверю. Так, оп, нет, не получается. Так не пойдет. Окей. А, подвигали дальше. До самого низа не пускается? Нет, значит, только через верх. Только через верх. Только через верх. Через верх. Через верх. Вниз и... Надо было подождать. Ну, как обычно, все у нас сегодня. Оп. Кстати, по поводу марафонов, ребята, я думаю, что марафоны будут у нас, знаете, а-ля уже фишкой канала. Знаете, в том плане, что я думаю, что каждую субботу будет точно проходить какой-то марафон, если внезапно я там не буду недомогать. Но марафон будет проходить у нас раз в неделю, какой-то конкретно по какой-то игре, которая набрала наибольшее количество лайков или же наибольший интерес зрителей к ней проявили, та игра у нас и будет участвовать в марафонах. Так, прикольно. Было забавно, если бы они общаются вокруг. Блин, не надо же здесь было прыгать. Так, да господи. Сейчас, оп. А, и вот так вот, оп. И здесь подождем, все нормально. Дальше я уже вот так пропрыгаю и прохожу, да. А следующий марафон, может быть, будет по Plant vs. Zombies, может, по Portal Knight, может быть, по Кэтсу тому же снова. Всякое бывает, знаете, сегодня одна игра, завтра другая вам придется по вкусу. Пока что большая часть людей хотела марафон по... King of Zivs, поэтому я и поддержал вашу идею у него поиграть. Так, до сюда долетит? Нет, не долетает. Так, что у нас, как шлейф идет? Господи, какой он гипнотизирующий прям этот шлейф, ихний полет. Так, значит, сейчас прыгаю. Допрыгиваю? Нет, не допрыгиваю, блин. А можно, наверное, как-то допрыгнуть, да, до туда? Так, еще раз попыточка. Попытка, не пытка. Ага. Все, я понял. Нет, стоп, с этой стороны ведь можно допрыгнуть, или она чуть дальше находится? Не, можно было, просто мне не проперло с первого раза. Ну ладно, 3 звезды, это хорошо. А, погнали, окей. И это уже новая локация, даете у нас. Что-то пока что в новой локации не сильно. Я жду, когда появится ловушка, который этот молоток чертов, который там был, помните? Он такой страшный, отлетающий в разные стороны и пахнущий смертью моей пятой точки. Ух. Вау! Так, а здесь я, по идее, если изловчиться, можно прямо с одного прыжка туда попасть. Но это надо изловчиться, а я обычно в такие моменты делаю дичь какую-нибудь, поэтому не факт, что у меня это получится, но я сейчас попытаюсь. Блин, да ё-моё, чё ты так медленно в конце переворачиваешься в обратную сторону? Вот так. Ах, да, получилось. На этот раз я вас не подвел, да? И безупречно. 9 ключей себе вернул. Ура! На следующий левел у меня будут еще ключики. Почти 10 левел получили. Фишка в том, что нам надо будет 10 получить, потому что там мне сказали, что дадут какую-то недельную подписку, которая мега крутая и даст много всяких крутых бонусов. Поэтому будем стараться ее получить, конечно же. Ее получать, ее заработать. Как-то все не по-русски звучит. Ладно. Может быть, один бонус я использую. Хочу попробовать восстановить все ключи. Вот мне интересно, что за банда воров. Я вот никогда не видел. Я замедлил. Ой, блин, зачем? Стоп. А, да, она не активировалась, ладно. Отключим ловушку. Это у нас призрак. Количество денег мы не будем увеличивать. А мне вот интересно только, что за банда воров. Я их никогда не... Что это такое? Это... А, типа... У меня есть целая банда, которая может умирать. Типа в таком духе. Ну ладно, блин, только наиспользовал всяких ништяков и типа все равно не прошел, потому что не понял, что это за банда воров. Я думал, это просто шлейф, который будет за мной тянуться, а у меня, оказывается, будет много попыток в итоге. Так, еще раз перезаряжаемся и... Ну блин, да что ты не катишь-то все время? Ну почему так все тяжело? Почему оказался самый очевидный ключ? Точнее, скважина самая очевидная. Мне с самого начала она казалась, что она именно и будет. И в итоге так и оказалось. Но я почему-то решил... Я почему-то подверг свое мнение сомнению и...
Так, случилось то, что случилось. Так, давай сейчас выстрел. Скатываемся вниз. Потихонечку скользим вот сюда. И все, вернулся. Уф, я боялся, что меня сейчас снарядом заденет. Ну нормально, три звезды прошел. А, скоро уже левел, давай быстрее. Еще немножко осталось, буквально. Я посмотрю, что это за мега такая подписка, про которую все говорят, что она типа мега классная. Там тебе дадут столько всего клевого, что ты будешь любить эту игру два раза больше. И все в таком духе. Блин, у нас закончились сферы, считайте, уже. Так, опа-па-па-па, ну блин, так все хорошо шло-то. Я так хорошо шел, но в конце ведь все равно люли нашел. Люли бывают разные, те, которые я получаю и нет. Так, да блин, ну все время надо там проехаться, да, вот даже с учетом того, что я хренью страдал, там по-другому как-то скакал, больше времени это заняло, но все равно я попал именно в тот цикл, когда ты там вращаешься, да? Да, вот ты будешь именно там вращаться, вот именно в этом же цикле. Да хватит вращаться именно в ту же самую точку, блин, надоел ты мне, а? Так, и теперь другое место, тут вообще насливался люто, короче говоря. Я очень недоволен в данный момент. Так, сейчас снова в этот же цикл, да? Нет, в этот раз нормально получилось. Но в итоге на одну звезду и мне опыта не дадут так много, как бы я хотел. Ладно, все, по компании прошли. Пойдем тогда кого-нибудь так обворуем. Последняя будет наша кража какая-нибудь. Так, 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 так. Все, открыл, все, прошел. Так, зачем я, правда, на него пошел? А, ну да, экспы получить. Экспу дешевле получить таким способом, на самом деле. Но я и в компании хотел дальше идти, поэтому я занимался таким вот делом. Так, обычная пушка. Мне уж даже приятно так видеть обычную пушку, которая просто вправо стреляет. Такой, а, господи, какая она прекрасная, особенно после всего этого... того, что вы проходили до этого. Так, еще немножко до 10 левела осталось. Так, у чувака здесь полная задница, поэтому я, пожалуй, не хочу в эту задницу лезть. Появлюсь я справа. Если обратно вернусь, по идее, есть... Ну, я хочу попробовать проходить там, где я, скорее всего, пройду, вернув себе все ключи в таком духе. Так, двоечку потратил, вниз спрыгнем и пойдем обратно наверх. Так, давай. Вот все. Не всю экспу собрал, ну и ладно. Главное, что я прошел с возвращением ключей. И безупречный я в итоге. Ни в чем нельзя меня упречь, видимо. Так. Блин, ну не успею, наверное, в этой серии я... Так, нет, чувак, мне не нравится. Очень много замков с учетом того, сколько у меня ключей. Пока я не готов к такому челленджу. Это слишком тяжело. Да, слишком опасно для моего... количество моих ключей в моем кармане в данный момент. Да, то я бы, конечно, себе их еще добавил, но боюсь, что это не в серии делается. Так, ого, не, с таким товарищем точно не хочу общаться. Да господи, где чувачок, у которого там замок, дверь на 4 замка? Почему такого нету? Где мой любимчик-то? А то все остальные меня обворовать пытаются по ключам. А, ну вот с этим можно, по идее, я... Ох ты, я еще и бонус получил. Ну, главное 4 ключа все потратить, а так норм... А так все. С этим, ну, товарищем, кстати, вроде общались. Я уже нападал, по крайней мере, на копию этой базы. И все равно, блин, в конце я зацепился за какую-то фигню. Все равно в конце я должен был задеть его, да, чтобы не получить безупречно, чтобы не получить все ключи и после этого сидеть бомбить на эту тему. Ай, бомбануло. Не, на самом деле, я возмущаюсь, но прямо до бомбежа пока еще не дошло. Когда бомбишь, у меня прям, знаете, вообще... ну, короче, когда бомбишь, это сразу видно, что это реально бомбеж. Пока что так. Что-то такое есть, но это еще далеко от состояния бомбежа. Вот состояние бомбежа вы мне можете... Если бы я записывал ролики по Доте, вы бы, наверное, там нашли то самое состояние, когда... Когда я горю, когда бомбит. А так это фигня, это так вообще мелочи. Да блин, ну ты можешь как-то, типа, быть чуточку правильнее. Так, оп. Ага, все. Жаль, не безупречно, но зато еще экспу получил. Так, ну давай, совсем немножко осталось до левелапа. Вот буквально ничего. Еще 2-3 раза нам пройти, и будет левелап. Ну-ка, наверное, все-таки в следующей серии это сделаю. Это уже серия большая получается у нас.
Поэтому будет у нас... Так, сейчас, дайте я попробую. Может, мне повезет, и я открою замок. Ну да, открыл, слушайте. Так, я уже проходил этот уровень. Можно наверх запрыгнуть и вот через верх пройти. Так. Правда, сейчас, скорее всего, нарвусь на обычный снаряд и после этого отклеюсь. Так. Пока что все идет как надо. Но это пока что. Так почему ты не упал-то туда? Как больно. Черт, ну ладно. Я просто боялся прыгнуть раньше, чтобы упасть вот сюда. Господи, как он странно проскользил. И зря боялся, надо было это сразу сделать. А в итоге я не остался ничем. Но зато гем украл. Эй, 840. И да, в следующей серии, видимо, я уже левел доберу в итоге. Ну ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Если вам серия понравилась, если понравилось, ставьте лойсы. 2000 лойсов равно новой серии. Новой серии по King of Thieves, так как у нас марафон. А также, если вы здесь впервые, можете подписаться, если вам как-то понравилось. Поднажать на колокольчик, чтобы не пропускать ролики. И также у меня есть ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм. Можете туда подписаться. И у меня еще стрим-канал есть, туда тоже можете зайти. Я там иногда стримлю, да. Разные игры всякие.